Сегодня в выпуске. Осталось чуть-чуть. Последние новости о состоянии Алисы Аршавиной, сгорающей от тяжелого заболевания. Алиса Казьмина рассказала о своем состоянии на сегодняшний день. У экс-супруги Андрея Аршавина появился шанс на выздоровление. Нашлись доктора, которые готовы взяться за лечение тяжело больной женщины. Скоро бывшую жену прославленного футболиста ждет операция, после которой, вероятно, она начнет выздоравливать. «Спасибо, держусь. Осталось чуть-чуть до операции», — ответила Алиса журналистам на вопрос о своем здоровье. Отметим, что две недели назад Казьмина жаловалась на отсутствие денег и искала средства на дорогостоящую операцию. Многодетной матери требовалось 700 тысяч рублей, при этом она заявляла, что не может купить даже билеты до Москвы, чтобы попасть на консультацию к врачу. Вероятно, Алиса нашла человека, оказавшего ей материальную поддержку. Пора двигаться вперед. Еду в Москву за надеждой вернуть свое лицо и дать честное интервью. Больше никаких слез и уныния, только позитивная беседа и хороший настрой. Напомним, что экс-жене Андрея Аршавина диагностировали редкое аутоиммунное заболевание – некроз лобной пазухи. На фоне болезни она начала гнить заживо и лишилась носа. Будем надеяться, что операция пройдет успешно, и Алиса наконец сможет победить свой недуг.